לפני שבוע неделю назад אני סיפרתי שיש ז'אנר כזה בקינמטוגרף סדרות. Я рассказывал, что в кинематографе есть такой жанр, называется сериалы. Мы матир мазе. Кто знает, что такое сериалы? А та матхили истакель, а та люди их ликфоц мазе. Ты начинаешь смотреть и не знаешь, как закончить. А сидра решу наша не зухер, за ода я шамба Барусия, а Изабелла зути. Кен, бедюк. Первый сериал, который я помню в своей жизни, это был в Советском Союзе, назывался «Рабыня Изаура». Туда лели, не аза идти студент, в лёэль изман ли истакели то штуюта или? Слава Богу, я был студентом, у меня не было времени смотреть это. А валя не зухэр, это нашим сафру, а серия 685, 685. Я помню, как люди считали, 685-я, 686-я серия. За безбузман хаваляля зман. Это ужас, какая потеря времени. А валь, но... Китвей кодеш гамнут ним лану сидрот. Но и священные писания нам показывают сериалы. Ледугма. Например. Шмуэль алеф, Шмуэль бет, Малахим алеф, Малахим бет. Первая царь, вторая, третья, четвертая. Есть там сипурим, а там такие рассказы, которые связаны друг с другом, באמת, которые действительно были. ולפעמים, и иногда דוגמאות רעות מאוד, ולפעמים דוגמאות יפות מאוד. Там были плохие примеры, там были хорошие примеры. וזה דווקא מלאד שאנחנו נראה את עצמנו. Это для того, чтобы мы увидели себя самих. ושאנחנו נוכל להתחזק. מדבר אלוהים בדוגמה שאנחנו לומדים. Для того, чтобы мы могли укрепиться в Божьем слове из того примера, который мы изучаем. אז לפני שבוע אני למדתי בנושא, נתתי כותרת תעצבן את רעך. На прошлой неделе я учил на тему, и моя проповедь называлась «Как раздражать своего ближнего». איך להצבן את מי שלידך? Как раздражать того, кто рядом с тобой? ויש שם סיפור. И там был рассказ. על אנה ופנינה. Про Анну и... Как ее вторую звали? פנינה. פנינה на иврите. אבל פיננה, פיננה ברוסית. פיננה. פיננה. אז פנינה סלש פיננה הייתה מעצבנת. Анна Адасов. Финана пыталась раздражать Анну. Пнина пыталась раздражать Анну до самого конца. И она очень в этом преуспела. А змеше роцели льмот их лазбенет. И кто хочет научиться, как просто допечь, довести до белого коленя свою подругу, вы можете посмотреть на то, как Пнина обращалась с Ханой. А валь ти душ зе хет. Но знаете, что это грех? Ве зе хет лифней Элохим. Это грех перед Богом. Ве абен адам шемеацбен баофен шиграти эт мишу. И тот, кто раздражает кого-то другого на постоянной основе, это как маленький дьявол. Бликарнаем. Без рогов. Веблизанав. И без хвоста. Авалядайн сатан катан. Но все равно это маленький дьявол. Ве миша ми уцбан мецад мишу. А тот, кого раздражают... לפעמים אנחנו אומרים, אני כבר לא יכול לעשות כלום. Иногда этот человек говорит, я уже ничего не могу с этим поделать. אבל, בדרך כלל, הכל הפיתוי שדוקר אותך, обычно все это искушение, которое ранит тебя, בדרך כלל, זה בשביל לגלות לך את חלק החלש, הבעייתי בתוך נפש שלך. Обычно это для того, чтобы открыть слабости и слабые стороны в твоей душе. ואם אתה לא תלמד על המקום החלש שלך ולא תביא את זה לאלוהים,
אז הפיתוי והעצבנות מהצד תמיד ימשיכו. Если ты не поймешь, что у тебя за слабое место, и не откроешь это место в молитве перед Богом, то тогда постоянно оно будет у тебя ранено, это место. Аз Анна ламда это шиур. Ла Анна смогла выучить этот урок. Хана ламда. Хана. Хана. Хана ламда смогла это выучить шиур. Этот урок. Виамра. אבינו שבשמיים. Я сказала, отец мой, который на небесах. Кен, אין לי ילדים. Да, я бездетна, у меня нет детей. אני מביא את זה לפניך. Я приношу это пред тобой. אין לי מה לעשות עם זה. У меня с этим, я не могу с этим ничего поделать. אתה גדול מעל הכל, ואני מקבלת את זה. Ты выше всего, и я принимаю это. ושיהיה רצונך. И пусть будет твоя воля. ופתאום. И вдруг. אחרי שהסכימה, קיבלה את זה. После того, как она согласилась и приняла это, אלוהים התחיל להדריך אותה בכיוון Бог אחר. начал вести ее в другом положении, לפעמים, в другом направлении. לפעמים, иногда, זה קורה ככה, это происходит так, ובמקרה אנה קיבלה ילד, и в случае Ханы она, да, получила своего, потому что она ребенка, לא קיבלו, אבל קיבלו כיוון חיים. Но есть люди, которые не получили желаемое, но они получили правильное направление в своей жизни. והם הפכו להיות אנשים שמחים. И они все равно стали счастливыми и радостными. אנחנו צריכים לתפוס את השיעור. Нам нужно научиться этому уроку. והיום סרט שני. А сегодня вторая серия из царств. ואני מדבר על חפני ופינחס. Я буду говорить про Офни и Финеас. Хафни и Пинхас. ואבא שלא היה חזק עליהם. И их отец, который не был к ним строг. מי זוכר את חפני ופינחס? Кто помнит Хафни и Пинхаса? אתם זוכרים, סינביה, כן, זה בנים של אילי. Помните, да, сыновья Или? אני רוצה לקרוא. Я хочу прочитать. אז בבקשה, בשפות שלכם תפתחו, זה מלאכים א'. Откройте на своих языках, на русском это первое царство. וזה פרק 2. Вторая глава. ומפסוק 12. С 12 стиха. Сыновья же Или были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, священнический сын во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, что вынет вилка, то брал себе священник. Так они поступали со всеми израильтянами, которые приходили в Шилоах. Даже прежде, нежели сжигали жир, тук, приходил священнический сын и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». Если кто-то говорил ему, «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил, «Нет, дай сейчас же, а если нет, то силой возьму». Пасук Швайсре. «И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». А я минхак эхла крив курбан. Был порядок, как приносить жертвы. А скше макривим кевис о люди пара. Когда приносили барана или корову в жертву, были части, которые нужно было сжечь дотла. Или определенные части также готовили до полной готовности. И когда они макривили это, Хафни, я умер для Пинхас, так шив. Бонасе барбекю айом баэрес. А когда приносили жертвы, так Хафни говорил Пинхасу, давай-ка мы сегодня с тобой шашлык сделаем вечером. Аваль царих басар тари им шуман. Но нужно не вареное мясо, а свежее с жиром. Азлех ках мя. Иди вон там вот как раз. Крова азот, там, курбан азот. Там корову зарезали, иди возьми себе хороший кусок. Так шиву лакрив кевес о лакрив пара зая отца די גדולה של בני אדם. И принести в жертву корову или овцу или барана, это было очень дорого, стоило человеку, который приносил ее в жертву. בן אדם היו חוספים כסף
Люди копили деньги для того, чтобы купить животное и принести его в жертву. Это была большая трата для человека для этого. Так шиву, а тем нут не массер. Вы даете десятины. עלייה לבית המקדש היה פעם בשלושה ארבעה חודשים, שלוש פעמים בשנה. Три раза в году мужчины поднимались в Иерусалим. אז בעצם אתה אוסף את מה שאתה תורם במשך שלוש חודש. И то, что они собирали в течение трех месяцев. תקשיב שאתה צריך על הסכום הזה במכה אחד לקנות משהו ולהביא לקורבן. На эту сумму они покупали животное, и они приносили его в жертву. אם למישהו יש הוצאה חודשית לתרומות 1200, 1500 שקל, 2000 שקל, אז כפול 4. То представьте себе, если кто-то в месяц жертвует 1000, 1200, 1500, 2000 шекелей, то умножьте это число на 4. ואנשים היו מתבייסים שה... שני הבנים של אילי היו בעצם מקלקלים את הקורבן שלהם לפני אלוהים. Людям было обидно и непонятно, как то, что они так усердно собирали. לא, לא, תביא את התרומה. Приходили два сына Или и просто портили их жертву. זה כאילו אני עכשיו לוקח את ה... Это как будто я сейчас вот беру труму, вот эти вот трумот. Вау, есть по кама мио доллары. Тут вот выбираю себе доллары. В они умер Ицхак. Лех, ты к небу, кеше таамим, маша нухаля харе. Что-нибудь такое вкусненькое, спустись, кеше таамим, купим, а потом с тобой съедим. За шпала. Это унижение человека, который дает эти деньги. וכתוב שהם היו פוגעים ברצון של האנשים לבוא ולהקריב, להשתחוות לפני אלוהים. Написано, что они просто отвращали людей, они не, люди не хотели, смотря на это, приносить жертву Господу. יש חטא פרטי. Есть твой личный грех. אתה מסתכל פורנוגרפיה. Ты смотришь порнографию. או אתה גונב ממישהו, גונב. קרדיוש או כבודה. או אתה לא יודע מה עושה, לא יודע. Или ты делаешь, неважно, что ты делаешь. ובעצם זה בינך ובין אלוהים. И это твой личный грех между тобой и Богом. אתה לא פוגע באנשים אחרים. Ты не этим грехом не портишь жизнь другим людям. אז כמובן, אלוהים ייתן לך דין וחשבון ביום הנכון. Естественно, в определенный день Бог совершит над тобой суд за это. אבל אם אתה פתאום הופך להיות בן אדם פאבליק, אולי паблик катан, אבל עדיין. Но если ты становишься публичным человеком, на которого смотрят, большой ты публичный человек или маленький, неважно. Есть אנשים שיש להם миллион followers. Есть люди, у которых есть миллион подписчиков. אבל יש מעט מאוד. А есть, у которого немножко подписчиков. ופתאום אתה עושה משהו. И вдруг ты смотришь, и что ты, что-то ты делаешь. ואתה היית מין דוגמה טובה כ... איש מכבד, אוהב, משרת את אלוהים. И когда-то ты был хорошим примером, как человек праведный, который служит Богу. ופתאום אתה נותן דוגמה לא טובה. И вдруг ты даешь плохой пример. אני אגיד לכם אמת. Я скажу вам правду. אני לא מאמין שבן אדם שבאמת נולד מחדש, я не верю, что человек, который действительно пережил рождение свыше, יעזוב את אלוהים לגמרי. Может полностью оставить Бога. אבל את להיפצע, לקבל פצע מהדוגמה לא טובה, הוא כן יכול. Но человек, который смотрит на кого-то, кого он уважал, такой человек, рожденный свыше, он может получить большие раны. אני הייתי מאמין חדש. Я был новым верующим. ואני זוכר, אני פתאום ראיתי בעיתון. Я вдруг увидел в газете. סיפור על ג'ימי סוואגרט, אולי מישהו זוכר את השם הזה? רסקס פרא ג'ימי סוואגרט. זה היה מבשר מאוד מאוד מפורסם בארצות הברית. Это был очень известный евангелист в Соединенных Штатах. עוד לפני אינטרנט. Еще до того, как появился у нас интернет. ופתאום צילמו אותו עם משהו שדומה או עם מישהי שדומה לזונה. И вдруг его сфотографировали с кем-то, которая очень походила на проститутку.
אני לא יודע אם זה היה באמת. Я не знаю, правда это или нет. אבל אני כמאמין חדש, היה לי פרפרים בבטן זמן רב. Но как верующий человек, у меня бабочки в животе не про это говорят. Да? У меня плохой был осадок, очень много. У меня мухи были в животе. Я, в общем, у меня осадок был очень плохой долгое время. ולקח לי זמן לחזור למקום יציב. И у меня взяло много времени для того, чтобы я вернулся в свое стабильное состояние. אבל הנה כאן כתוב שהשניים האלה פגעו בעם ישראל, ברצון עם ישראל להשתחוות לאלוהים. Но здесь написано, что эти двое просто отвратили желание народа Израиля поклоняться Богу. אז יש חטא פרטי שלך. Поэтому есть этот твой личный грех. אבל יש חטא שאתה פוגע באחרים. Но есть грех, когда ты ранишь других людей. בברית החדשה ישוע נותן משל. В Новом Завете Иешуа дает такую притчу. והוא מדבר על אבן רחיים, כן. Ишо говорит про жернов в одной из своих притч. Если ты своим отношением отвращаешь людей от их веры, то Ишо сказал, лучше тебе мельничный жернов на шею повесить и бросить тебя в море. Окей, בוני למד קצת. Давайте немножко будем изучать. תנ"ך, ואני כבר למדתי, זה שיעור ראשון להיום. תנ"ך נותן לנו הבנה על סוגים של חטא. תנ"ך дает нам первый урок на сегодня. תנ"ך дает нам понимание про виды греха. ופעמים רבות כשאנחנו לומדים על חטא, אנחנו אוהבים לקרוא פסוקים מראשונה אלא תימותאוס או משנייה אלא תימותאוס. Когда мы изучаем виды греха, мы любим открывать книгу первую или вторую Тимофея. ויש שם כתוב באחרית הימים אנשים יהיו כאלה וכאלה לא טובים. אתם זוכרים את הפסוק? Вы помните, да, что написано в Тимофея? Написано, что в последние дни люди будут серебролюбивы, человеконенавистники, такие сякие. לדוגמה, שנייה לתימותאוס, פרק 3, פסוק 2. Например, во втором Тимофее, 3 главе, 2 стих написано. Люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, благодада-да и так далее. А זה בעצם דברים לא יפים. Все, что вот видите здесь, это плохие вещи. אבל כל מה שכתוב כאן, זה מדבר על חטא פרטי שלך. А все, что здесь говорится, это все-таки связано с твоими личными грехами. זה מה שקשור אליך. Это что-то, что связано лично с тобой. ולפי הגדרות של החטאים בכתבי קודש, זה רק סוג הנמוך ביותר, כזה, יותר טעות מאשר משהו רציני. И то, что здесь написано, это такой грех начальный, то есть это больше как плохие очень ошибки, чем тяжелые грехи. וישעיהו נון גימל, 53, а в Исаии 53 главе יש בעצם הגדרות של החטאים. Есть разделение на грехи. ואני כבר למדתי על זה לפני זמן. Я некоторое время назад учил про это. אבל אני אתן לכם הגדרה לפי כתבי קודש. Но я вам дам определение согласно священным писаниям. יש סוגים שהכי קשה זה פשע. Есть самый тяжелый грех это преступление. וגבי, אם את פותחת ישעיהו 53 פסוק 5, ברוסית דווקא שם כתוב חטא, אבל זה בעברית כתוב פשע. Если мы откроем Исаию 53 главу, там написано грехи, но в оригинале на иврите написано пеша, это преступление. וְהוּא מְחֻלָּל מְפְשֵׁעֵיכֶם. А на русском написано, а он был изранен за наши грехи. במקור כתוב פשע. В оригинале написано преступление. אתם יודעים מה זה פשע בלשון העברי? Вы знаете, что такое преступление на иврите? זה להרוג בן אדם. Преступление – это убийство. אונס. Изнасилование. משהו כבד מאוד. Что-то очень тяжелое. דברים שסביר להניח שבן אדם כמעט ולא יוצא מבית סוהר. То есть это что-то, за что дают часто пожизненный срок.
пеша, катувше, Иешуа савал авур пшаейну. Ну, беззаконие написано, что он за наши беззакония, за наши преступления. Окей, ефе, батиргум шили катув грех, авал ефе. Беззаконие, кен, пшаим. Ве, ледугма, бепасук шеш, медубар аль авон, то вина. А в шестом стихе написано про вину. Авон, зе ха... Реша негет элухим, аваль барама ютер клила. Вина – это преступление против Бога, но не это самое тяжелое. Зекму басерет «Место встречи изменить нельзя», Зухлин? Помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Их бахур шепелявы ганав это арнак эцель дода ихат ба... Ба-ба-отебус. Как карманник у женщины вытащил кошелек. Зе авон. Это вина. Зе шалош, арба, хамеш, аним бабейцор. Это от трех до пяти. Кем. Ве хет. А грех? Ше гам аль хет катув ба-ба-ба-пасук 12, дугма. В 12 стихе написано про грех. Ве ху хета рабим наса. Он понес на себе грех многих. Хета, зе машу кэзэ калил. Грех, здесь имеется в виду что-то не сильно тяжелое. Ата шикарта. Ты соврал. Ата ремита эт мишу. Ты кого-то обманул. Машу, асита машу ло ефе. Ты сделал плохой поступок. О, маша нахну карану батимотеус, аколь алеха. И все, что мы прочитали в Тимофее, это все на тебе. И здесь, в этой, в этом списке, есть еще одно определение. И человек, который совершает преступление, грех или вину, он может упасть в состояние, которое называется злодеяние. ובפסוק 9 כתוב, לא חמאס עשה. И написано, что он со злодеями, он не сделал греха, не сделал злодеяния. כן, אבל כאן זה חטא, כתוב ברוסית חטא, אבל בעברית שם כתוב לא עשה חמאס. На русском написано не сделал греха, но в оригинале на иврите написано не сделал злодеяния. חמאס זה אפילו לא שמשהו אפשר לעשות. Злодеяние – это не что-то, что ты можешь сделать действием. Это состояние, в которое ты можешь впасть. Когда в Бытие 6 главе написано про Хамас, про злодеяние, а тем зухрим, бне, а малахим итхилю лагур им банот, веналду нефалим, веем лимду эт бне адам лаасот дварим азуим, והכולם ידרדרו למצב של חמאס. Когда сыны Божьи сходили к дочерям человеческим и рождались нефалимы, они производили такие вещи, что написано потом, что наполнилась земля злодеяниями. וחמאס זה היה פשוט הגדרה של כל בן אדם בעלי אדמות. И злодеяние – это было определение человека, всякого человека, живущего в то время на земле. ועבור זה אין כפרה, אין כפרה. За счет насчет, когда ты находишься в состоянии злодеяния, жертвы нет за это. И Бог, у Бога не было другого выхода, как просто уничтожить. И поэтому Он послал потоп на землю. Но сегодняшние люди тоже могут сойти до состояния злодеяния. А священные писания никогда не говорят, каким образом. Ты начинаешь делать что-то, что кажется не так страшно. А валь питом ха нефеш шелха
הופכת להיות כמו אבן, ואתה כבר לא יכול להקשיב לכל אדוני. Но потом твоя душа настолько черствеет, что ты не способен слышать Божий голос. ואתה אומר, רגע, אבל אני לא הרחתי אף אחד, לא גנבתי משהו בגדול. И ты говоришь, но я никого не убил и никого ни у кого ничего не украл. אבל דווקא לגבי זה מדברת לנו ברית החדשה. Но об этом говорит Новый Завет. ואומר לנו, אל תחללו את רוח הקודש, כי מי שמחלל את רוח הקודש לא יסלח לו. Написано, не произносите хулу на Святого Духа, потому что тот, кто произнесет, ему не простится. איך להבין את זה? Как это понять? זה לא בדיוק חילול מילולי. Это не значит, что ты плохие слова говоришь на Святого Духа. זה מדובר יותר על משהו אחר. Здесь говорится про другое. כשאנחנו מתחילים לחטוא בלי לשים על זה עין. Когда мы начинаем грешить и даже не замечаем этого, אז אנחנו הופכים להיות כמו אבן. Мы становимся как камни. ואנחנו לא שומעים רוח הקודש. И мы не слышим Святого Духа. ואנחנו פשוט נמצאים באזור של חמאס. ואנחנו כבר לא יכולים להשתמש בקורבן שישוע. И мы спускаемся до состояния злодеяния постоянного, и мы даже не можем принять жертву Иешуа. מאוד יפה כתוב על זה באגרת על העברים פרק 10. В 10 главе евреям написано про это очень ясно. גבי, את יכולה לפתוח? עברים 10, פסוק 26 ו-27. евреям 10 глава 26-27. תחשיבו, זה מאוד חשוב. Послушайте, это очень важно. כי אתה יכול ללבוש עליך את הבגדים אמונה. אבל בעצם אתה פשוט ירדת. Ты можешь одеться в одежды, как будто ты верующий, но ты спустился. כתוב כאן, ибо если мы, получив познание истины, произвольно продолжаем грешить, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. А זה מפחיד, а? Это страшно. אז איך אני יכול לדעת? אני חוטא, אני יורד למטה ולמטה לאזור של חמאס? Как я могу узнать, нахожусь ли я в грехе? Смогу ли я спуститься в состояние злодеяния? אז קודם כל, כתבי קודש לא נותנים לנו תשובה. Во-первых, Священное Писание не дают нам ответа. אתם יודעים למה? Знаете почему? שאנחנו לא נהיה כמו בן אדם שנוהג ברכב. Чтобы мы не были как человек, который едет на машине за рулем. לג'ניה ולי יש חבר אחד, קוראים לו טריה. У меня и у Жени есть один друг в Норвегии, его зовут Тарье. והוא סיפר לנו סיפור. Он рассказал нам рассказ. שבנורווגיה מאוד מסתכלים על מהירות, איך אתה נוהג את הרכב. В Норвегии очень наблюдают за скоростью, с которой ты едешь. ויש שם камерות בכל מקום. И там просто все улицы наполнены камерами. אז הוא סיפר לנו שהוא מצא איזשהו דרך. И он рассказал нам, что он нашел какой-то путь. אז הוא ניסה את הקамерות האלה. И он протестировал эти камеры. והוא קיבל קנס רק על 120 ומשהו. километр. И он получил за 120 километров штраф. Азу, ми йома кнас у нас абе, о том аком, аваль ми 15 камаш. И он протестировал и понял, что в том месте он может 115 ехать. Ки бадерех ляль, шам по Норвегии ютер маэр ми 60 километр леша алё носим. В Норвегии больше, чем 60 километров в час обычно не ездит. А с китвей кодеш лёнут ним лану опция азот? А, но Священные Писания нам не дают такую опцию. И махзиким утану тамид бе коше рухани. Они всегда нас держат в напряженном духовном состоянии. Шанахну! נתאחד, נעשה חידוד לנפש שלנו לפני אלוהים. Чтобы мы постоянно обновляли, обостряли наши отношения с Богом. ואין לך תשובה מה אפשר לעשות שלא לפעול לגמרי ומה אי אפשר לעשות. И у тебя нет определенного ответа, что нужно делать, чтобы полностью не упасть, или что не делать. אבל יש תהיו קדושים כמוני. Но написано, будьте святы, как я свят. ורק דבר אחד להגיד בתפילה לאלוהים, אבא, אני מבקש, תן לי יראת אדוני. И только одно просить у Бога, Господь, помоги мне ходить в твоем страхе.
Хазро ахарай акшав. Аба, повтори литалех байрат Адонай. Отец, помоги мне ходить в Божьем страхе. Зе мамаш труфа ахиму шлемет. Это идеальное лекарство для всех. Шиур носав. Еще один урок. Ме ото сипур. С того же рассказа. והשיעור הזה דוגמה של אילי הכהן, כהן אילי. Этот урок это пример священника Илии. אילי היה כהן הגדול של אלוהים. Илия был великий перед священник, перед Богом. אולי כמה ממכם חושבים, может быть некоторые из вас думают, שאני איש מלומד Москаль в Лотипеш. Что я образованный, не глупый человек. Они хотят, что камы мехем хотим как хала. Я думаю, что многие из вас про меня так думают. А за нити пешли гамры муль Илия. Так я вот по сравнению с Илией просто полный дурак. Идиот. Идиот. Чего я? Коген агадоль, хевре. Он был великим первосвященником. И матанат невуа. С пророческим даром. Гам им яхолет лакшив ле кол Адонай. С способностью слышать Божий голос. У ая шофет ле бне Исраэль бемешех мале шаним. Он был судьей Израиля многие годы. Ле бен Гурион, ле Гольда Мейр, ле Биби Нетаньяху, афилу ле миткарвим алав. Ни бен Гурион, ни Гольда Мейр, ни Биби Нетаньяху даже не приближаются. У ая гам хохахам бецура политит. Он был и политически мудрым человеком, и религиозным, и духовным лидером. Невозможно представить его духовный уровень. Но не был строгим отцом. А? Женя, я хотел говорить, Аба Маке. А ты есть хунца, кэзэ, шэл абам. Он ая аба кашуах. Он не был строгим отцом. Веу, яхадым кола руханиют шэло. И он со всей своей духовностью. И вшэр лебаним шэло. Позволил своим детям испортиться. Им анахну умрим, они... Едальте это еладим шили, бацура нахуна за коль штует. Если мы говорим, я правильно воспитал своих детей, это все ерунда. Анахну яхулим ласот пахот ютер нахун. Мы можем делать более или менее верно. За коль к мухамеш эсерахуз ме гдилат еладим. Но все это где-то 5-10% от воспитания детей. Тишим ахуз за хесед элогим. 90% это Божья милость. Аз эцель мишу гадлу еладим товим, зе ло бигляль ше аба ве има мушламим. И если у кого-то выросли хорошие дети, это не потому, что совершенные родители. Кен эм нису, ве эм асу, маше эм яхлу. Да, они попытались, они сделали, что они могли. Аваль барубам зе хесед элогим. Но в основном, хесед элогим. Просто поймите, это Божья милость. כשאתה רואה ילד שלך גודל והוא בן אדם טוב וגם הוא בן אדם מאמין אז אתה אומר זה לא אני עשיתי זה הוא אדון בירך אותי Когда ты видишь своих детей, которые вырастают хорошими людьми и самое главное верующими людьми, то ты понимаешь, что это не ты, это просто Божья милость. ואנחנו צריכים להתפלל על זה כל יום, אבות ואימהות, כל יום. Сабат ве сафтут, кол йом титпалилу. Авур еладим ве нехадим шелахем. Послушайте, мамы и папы, бабушки и дедушки. Каждый день нужно молиться за своих детей. Каждый день. Абаль хамеш эсер ахуз, анахну гам цирхим линасот латет дугма нахуна. И 90% это Божья милость, но и свои 5-10% мы должны там все-таки вложиться. אנחנו רואים מכתבי קודש שאברהם, אפילו אברהם אבינו לא כל כך הצליח. Мы видим из священных писаний, что даже наш праотец Авраам не настолько преуспел. וישמעאל בסופו של הדבר גם בא אליו, כתוב, וקברו את אברהם, את יצחק
мы видим, что в конце Исмаил тоже вернулся, и они вместе с Ицхаком похоронили своего отца. Но если мы прочитаем про Ицхака, здесь было много проблем. Когда Исав вырос, Новый Завет говорит про него очень нечестиво. Он сказал, что он был нечестивец и идолопоклонник. И прелюбодей. И прелюбодей. Кило, мамаш, людя, тмуна ло яфа. Некрасивая картина про него. Вейне Илия. И вот Илия. У мидабер ли иладим шило, зе малахим алеф перекштайм габи. Он говорит про своих детей. Перекштайм. Это первое царство, первая глава. Пасук. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем против него? Ура! Майеладим шилаизе незек эмасу. Он видел, какой вред делали его дети. Вем ло икшиву. Они не послушались. Вегаму ло ифиль. А он 5-10% свои не задействовал. И пришел другой человек. И написано с 27 по 33 стих. И пришел человек Божий к Илии и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, Аарону, когда вы еще были в Египте? И не избрал ли его из всех колен Израилевых. И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилев? Для чего вы попираете ногами жертвы мои? И так далее. И посему так говорит Господь. Теперь я говорил, дом твой, дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. А теперь говорю, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня. Обеславящие меня будут посрамлены. Мамаш, они люди, их или ислих ламод мульни вуаказот. Я не знаю, как Или выстоял, слыша такое пророчество. Одлю ая курбан шел Машиах. Еще не было жертвы Машиаха. Савир ла аниах, шелу Машиаха я квар, мишахререт коах, של ברית החדשה אולי יחלו חפני ופינחס לחזור בתשובה. Если бы тогда был уже Машиах, который высвободил силу Нового Завета, возможно, Хафни и Пинхас могли бы покаяться. אבל זה עוד לא היה. Но этого еще не было. ובעצם הבעיה השתחררה. И эта проблема осталась. ואנחנו לומדים מה קרה אז. И мы тогда помним, что случилось. Хет, לא פרטי, לחת נגד אנשים רבים, למה הוא גורם. Не личный грех, а грех против многих людей, к чему он приводит. כשאני קורא את הפסוקים האלה, אני רואה ישראל היום. Когда я читаю эти стихи, я вижу Израиль сегодня. ממש דומה. Очень похоже. אנחנו ממשיכים לקרוא. Мы продолжаем читать. אז מלאכים א', פרק 2. Первое царство, вторая глава. Умерет лану бесов, ше невуа хафни ве пинхас ямут и бауто йом. Говорит нам о том, что Офни и Пинхас умрут в один день. И в четвертой главе мы видим, как это сбывается. Катув, ше פלישתים יצאו להילחם נגד ישראל. Написано, что филистимляне вышли воевать против Израиля. והם הרגו 4,000 ישראלים. И они 4,000 израильтян убили. כמה אנחנו איבדנו בשבילי אוקטובר? Сколько мы 7 октября потеряли? ואז כל עם ישראל אמר, בוא נלחם בהם בכוח. И давай тогда весь народ Израиля сказал, давайте будем воевать против них. בוא נביא למקום ארון קודש. Давайте мы завет, ковчег завета принесем в это место.
וכתוב, הם הביאו לשם ארון קודש. Написано, они принесли туда ковчег завета. ופלישתים בהתחלה פחדו. И сначала филистимляне испугались. אבל הם הבינו ש... משהו חלש שם בתוך העם. Но они поняли, что есть все-таки слабость в этом народе. התחילו להילחם. И начали с ними воевать. ועוד 57,000 ישראלים נהרגו בקרב. בזמן הזה. Еще 57 000 израильтян погибли в этой войне. 61,000 ביחד. 61 000. ולא רק זה. Не только это. סיפור אומר לנו. Рассказ говорит нам. שפלישתים תפסו את ארון קודש והביאו אותו לעזה. Что филистимляне захватили ковчег завета и привезли его в Газу. סליחה, אני עשיתי טעות. אני עשיתי את ошибся. 4,000 נהרגו בקרב ראשון. 4,000 погибли в первом бою. ו-30,000 בקרב השני. А 30,000 во втором. 34 ביחד. 34 вместе. אז פלישתים לקחו את ארון קודש, הביאו אותו לעזה. И филистимляне забрали ковчег завета и привезли его в Газу. ובמשך 7 חודשים. И в течение 7 месяцев Арон Кодеш и Абааза. Ковчег Завета был в Газе. Мазе умер. Что это значит? Если Израиль крия. У Израиля есть призвание. Лави иштахвая шируд когани лифне Элухим. Богу давать служение священническое. לא רק עבור עם ישראל, אלא גם עבור כל העמים. Не только за народ Израиля, но и за все народы. וזה אומר ששבעה חודשים ישראל היה מחוץ לתפקיד שלו. Это значит, что 7 месяцев Израиль не исполнял свой долг. ואנחנו זוכרים סיפור מה קרה שם בעזה אז. И мы помним, что там произошло в Газе. שפתאום אלוהים התחיל להשפיל. את כל האלילים בעזה. Что Бог начал поражать всех идолов в Газе. וגם להביא מחלות, במיוחד מחלות אור לתושבי עזה. И начал пускать разные болезни, особенно кожные болезни на жителей Газы. מי זוכר את הסיפור? Кто помнит? אני לא רוצה לקרוא אותו. אז הם שמו את ארון קודש על העגלה ושמו לשם הפרות. ושחררו אותו לישראל. И они тогда поставили ковчег завета на валов и на коляску и отпустили, чтобы он поехал в Израиль обратно. וסיפור מספר לנו שהעגלה עם ארון קודש הגיעה לבית שמש. И мы дальше из рассказа видим, что эта повозка с валами, с ковчегом завета приехала в Бейт Шемеш. מי יודע איפה זה בית שמש? Кто знает, где Бейт Шемеш? А? Лияд Иерусалим, ле рахок ми Иерусалим. Поз Иерусалима. Аз игели Бейт Шемеш. Вот она приехала в Бейт Шемеш. Ве Исраилим сакраним. И любопытные израильтяне. Итхилу лаво кадима, бишвили истакел ма ешам багала. Начали приходить, чтобы посмотреть, что есть на повозке. Ве катув 57,000 иш мету бигляль хет азе. И написано 57 000 человек умерли из-за этого греха. Им бияхат им эле шенафлю аз за 91,000 иш. С теми первыми, которые умерли, это 91 000. Аз атем яхулим лидамьен. Вы можете себе представить? Ле ма, ле эйфо гарам хетшел Хафни ве Пинхас. К чему привел грех Хафни и Пинхаса? Окей, הם בעצמם מתו. Они сами умерли. Или נפל ומת מהחדשות רעות. Или упал и умер от ужасных новостей. שבעה חודשים ישראל היה מחוץ לתפקיד הרוחני שלו. 7 месяцев Израиль был отделен от своих духовных обязанностей. ו-91,000 איש מתו. И 91 000 человек погибли. תקשיבו, אנחנו בראש מודרני כשלומדים את זה, זה שיגעון. Когда мы современным умом думаем, это просто что-то невообразимое. בגלל זה כתבי קודש צועקים לנו. Поэтому священные писания кричат нам. יראת אדוני. Пребывать в страхе Божьем. יראת אדוני. В Божьем страхе. לא להתעצלן באופן נפשי. Не лениться на духовные вещи.
Написано в Евреях, если мы получили откровение истины и продолжили грешить, то с этим есть большая проблема. Очень легко тогда впасть в злодеяние. Но если ты также еще имеешь влияние на других людей, то не дай Бог тебе. Что так делать? Первое — молиться Господа, не ходить в твоем страхе. А когда тебе говорят, по-моему, ты что-то делаешь не то, не говорить сразу, ну, я с тобой не согласен. Попытаться понять, где ты не так в духовном смысле. Потому что твой грех может принести не только тебе духовную смерть. Нам, а мы обязаны сегодня молиться за нашу страну. Шелухим яхзиру тану пнима бычува. Не ломи дабыр аль чува датит ортодоксит. Чтобы Бог дал нам покаяние. Я не говорю про то, чтобы мы сейчас стали религиозными. Они ми дабыр аль хазира бычува бэруах Машиах. Я говорю о покаянии в духе Мессии. ולהבין שאנחנו אנשים חלשים. Чтобы мы поняли, что мы слабые люди. אנחנו שחררנו, כמו בזמן של בית המקדש השני, שנאה חינם. Мы наполнились без причины ненавистью, как во время второго храма. אפילו בתלמוד כתוב שבית המקדש השני נהרס בגלל שנאה חינם. В Талмуде написано, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. והנה, לפני מלחמה, היו לנו מלא מקרים על שנאת חינם בארץ. Перед этой войной наша страна была наполнена беспричинной ненавистью. אבא, תסלח לנו. Прости нам, наш отец. תסלח לנו. Прости нам. תן לישראל אוזניים להקשיב. И дай Израилю уши, чтобы слышать. אני רוצה לסיים עם משהו טוב. Я хочу закончить чем-то хорошим. אנשים של בית שמש התחילו לצעוק לשמואל, תעזור לנו, לא יודעים מה לעשות. Люди, жители בית שמשה, начали взывать к Шмуэлю, к Самуилу и говорить, помоги нам, мы не знаем, что нам делать. אז הוא אמר, קחו את ארון קודש לקריית יערים, זה איפה שיד השמונה, מושב יד השמונה נמצא. И Самуил сказал, возьмите в Кирьят Яарим, там, где сейчас находится поселение Яд Ашмона. ושמואל אמר, תגרשו מביתכם את כל האלילים, את כל השטורות. Удалите из вашей среды всех идолов, Астарту и всех идолов, которые есть у вас дома. Эт Будда. Будду. תזרקו אותם מביתכם. Выкните их всех из своих домов. ותשחררו את הלב שלכם מעבודה זרה. И освободите свое сердце от идолопоклонничества. והוא אמר, אני אתפלל. И он говорит, я буду молиться за вас. והם התחילו לשפוך מים כסמל שהם מתנקים מחט. И они начали выливать воду как знак того, что они очищаются от греха. והתחילו להשתחוות לאלוהים. И начали поклоняться Богу. וכשפלישתים ראו את זה, когда филистимляне увидели это, שוב הלכו עם מלחמה. Опять восстали на них войной. אבל כתוב, но написано, но возгремел Господь в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. И они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Масив и преследовали филистимлян и поражали их. Элохим ви ницахон. Господь приносит победу. ואנחנו מאוד מאוד תלויים בו. И мы очень зависим от Него.
במיוחד במצב של היום. особенно в сегодняшнем состоянии. ויש דרישה לנו כי לאנשים מאמינים. и у нас есть требования от нас, как от верующих людей. כי הכרנו קורבן שפעיל עד היום. потому что мы узнали ту жертву, которая действует до сегодняшнего. אין קורבן אחר חוץ מישוע. нет другой жертвы, кроме Иешуа. את תרנגול ביום כיפור לא יעזור לך. курица на Йом Кипур тебе не поможет. רק קורבן אחד פעיל. Только одна жертва действует сегодня. ויש אולי לנו בארץ איזשהו אי הסכמות תיאולוגיות, אבל כולם מסכימים שרק בקורבן הזה יש ישועה. У нас есть какие-то разные теологические недопонимания, но все знают, что только в этой жертве есть спасение. והיא חיה. И она живая. ויש לנו כהונה חיה. И у нас есть живое священничество. בוא נחדש את זה עכשיו. Давайте мы обновим наш завет сейчас. אבינו שבשמיים, אני מתפלל שאתה תעשה לבבות שלנו מוכנים לחידוש. Отец наш небесный, мы молимся, чтобы ты сделал наши сердца готовыми для обновления. חדש אותנו. Обнови нас. תן לנו להתקרב אליך. Дай нам приблизиться к тебе. שחרר אותנו ממחשבות פשע ועוון. И освободи наши мысли от преступлений, вины и греха. Если кто-то приближается к вратам злодеяния, дай нам покаяние и обнови наши дни, как прежде. Во имя Иешуа Машиах. Аминь.